Эта конференция собрала самых заинтересованных ученых, исследователей и общественников из разных регионов страны. Все потому, что сейчас возрождение села – одна из самых острых тем и приоритетных задач не только в регионе, но и в России. Село – это как источник сохранения и нашего культурного наследия, и источник сохранения традиционных семейных ценностей, а значит возрождение вот многодетных семей, больших семей, где действительно семья, где вот много поколений представлено. Все это – часть реализации проекта музейно-культурный центр «Дом традиций». Евгений Ледякин начал с родного села, а тем самым музейно-культурным центром стал отчий дом семи поколений его предков. Ни для кого не секрет, что жизнь на селе сейчас мало популярна, и тому есть две веские причины – отсутствие инфраструктуры и минимальное количество рабочих мест. Молодежи просто-напросто негде реализовывать свои амбиции, поэтому уезжают в города. Но урбанизация не идет на пользу институту семьи, уверены ученые и общественники. Именно сельская местность, где есть возможность жить большими домами, либо строить дома по соседству, общаться очень активно, они являются основными хранителями традиций. То, что называется большой урбанизацией, оно как раз эти традиции разрушает, потому что даже те семьи городские, которые живут в одном городе, они очень часто разделены и живут достаточно далеко друг от друга. И для того, чтобы общаться, даже не ежедневно, а может быть несколько раз в неделю, им приходится прикладывать отдельные усилия. И именно сельская глубинка в регионах может стать тем самым первым шагом к возрождению села и сохранению традиционного для России института семьи. Вопрос демографии президент в своем послании поставил как приоритетный, отмечает Евгений Ледякин. И подобные проекты – это некие точки приложения усилий, которые помогают в достижении государственных целей. Светлана Лашина, Павел Толобаев. Наши новости.